Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 17 мая. Томаты на подоконнике растут уже 2 месяца и очень сильно хотят в открытый грунт. Как я и обещал, к линде и взрыву добавились томаты черри, балконное чудо и снегирек. При переезде довольно сильно пострадали помидоры сортов линда, F1 и взрыв, но томаты известны своей стойкостью к невзгодам судьбы и потому должны прижиться на новом месте. Итак, начинаем посадку. Делаем лунки. Для линды и взрыва через 50 см, для чуда и снегирька через 25 см. Лунки заполняем перегноем и 15 грамм азофоски. Перед посадкой обильно поливаем томаты в горшочках, чтобы не распадался корневой ком. Переросшие томаты сажаем на бочок, остальные высаживаем чуть заглубляя относительно уровня посадочной емкости. Томаты этого абсолютно не боятся, а просто пустят дополнительные корни. Для наших узников концлагеря из отрядов «Взрыв» и «Линда» F1 подвязываем к заранее заготовленным палочкам, попутно обрезая листья, касающиеся земли. По идее, надо было обрезать листья до пересадки, но про этот момент благополучно забыли. Сверху накрываем грядку нашим специальным походным парничком. Все, процесс десантирования в открытый грунт завершен. Ждем обильных урожаев. Всем спасибо за просмотр. Лучшая благодарность будет, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!